такой тишине в парке Раздолье не привыкли. Оксана Артюхина признается, очень соскучилась по детскому смеху. Да и пустые спортивные площадки наводят грусть. Но впадать в уныние некогда. Работы много. Приводим в порядок нашу дорожно-тропиночную сеть. Мы расчищаем территории от веток, от повальных деревьев, которые, к сожалению, падают во время сильного ветра. Мы приводим в порядок все наши МАФ, детские площадки. Что-то подкрашиваем, что-то ремонтируем для того, чтобы мы были готовы к открытию, к приему наших посетителей. Пока у одних сотрудников парка работа кипит на территории, у других – онлайн. Привет, меня зовут Алексей, я тренер по функциональной подготовке парка Раздолье, и для вас понедельничная тренировка. От 4 до 6 мероприятий в прямом эфире ежедневно проходят в социальных сетях парка. Их участники могут научиться танцевать, постичь азы макияжа или пройти тренировку, чтобы подготовиться к открытию летнего сезона. Кстати, это событие с нетерпением ждут все, сюрпризов обещают много. В этом году обязательно планируем развивать все наши точки притяжения в парке. Это и зону амфитеатра, где запланированы концерты, фестиваль «Русское раздолье», который в прошлом году проходил, и в этом году, конечно же, это у нас такая добрая традиция. Хотим, чтобы на наш фестиваль приехали со всей нашей Московской области коллективы. Запланированы концерты и детские мероприятия, и спектакли. Возобновит свою работу и Норвей парк, самый большой веревочный парк Москвы и Подмосковья. А в зоне бывшего катка планируют открыть детский автогородок. Обо всех сюрпризах их организаторы рассказывать не спешат. Хотя понимают, что когда опасность распространения коронавируса минует и режим самоизоляции будет снят, сама возможность пойти погулять в парк будет лучшим подарком. Евгения Августина, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».